рассада малины и тростниковый фонтан обладает невзрачными соцветиями коричневого цвета, которые придают естественность искусственным водоемам, создавая эффект легкой заболоченности. Фонтаном его принято называть из-за цветоносов, которые растут не прямо вверх, а в разные стороны. Иногда они достигают почти 1,5 метра в высоту, поэтому служат отличным фоном для сада, разбавляя яркие краски других цветов. Достоинством рассады считается неприхотливость и зимостойкость. Характеристика сорта фонтан. Многолетний злак. Высота от 100 до 120 см. Период цветения – июль-август. Малиния тростниковая фонтана – это травянистый высотой от 60 до 70 см. Цветет растение в месяц июль-август. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.